Добрый день всем, скоро начнутся Олимпийские игры в Сочи, и 8 февраля будет у нас спринт 10 километров финал, а сборная России в нем будут участвовать Алексей Волков, Евгений Гараничев, Логинов Александр, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Шипулин Антон. Вот они пробегут, получается, 10 километров. 18:30 начало биатлона, не знаю по какому времени, но по московскому, наверное, времени примерно, значит, 20:30. Стоп, по Москве 18:30, по вашему сами посмотрите потом. Вот они побегут, и все.